Проектний менеджмент від ідеї до практики. У Гомелі пройшов тренінг для авторів і кураторів піонерських ініціатив. У ім прийняли удзел 20 супрацоўнікаў установ адукацыі і педагогаў арганізатараў цэнтраў дзіцячай творчасці рэгіёна. Падчас сустрэчы іх вучылі планаваць мясцовыя дзіцячыя ініцыятывы, развівалі навыкі напісання праектных заявак. Множество различных и общественных организаций и других структур объявляют ряд конкурсов на финансирование тех или иных проектов на разные тематики. И сегодня важно, чтобы в каждом учреждении образования был такой человек, который мог бы взяться за это дело, написать проект и в том числе укрепить какие-то позиции своей школы в той или иной теме, выиграв грант и реализовав свою непосредственную идею, в том числе решив, возможно, какую-то проблему для и учреждения образования, ну а если говорить про нашу организацию, для пионерской дружины. Тренинг проходил в рамках конкурса малых и грантов для пионерских дружин. Его пераможцы смогут отримать до 500 рублей на реализацию своей идеи. У минулым годе конкурс проводился у першиню и стал досить поспяховым для в области. С 5 проектов пераможцев 2 были представлены Мазырским и Жлобинским районами. Сёлета организаторы принимают заявки по наступных напрамках: громадянское выхование подлетков, формирование патриотизму, доброчинность, здоровый лад життя, развитие спорту и туризму, оборона новокольного осяродия и одражение белорусской культуры. Инициативы повинны быть уникальными, бо у наступным яны будут реализованы по всей краине. Заявки принимаются до 13 снежня.